Всем привет, с вами Владимир Куличенко, и сегодня у нас с вами последний обзор из коллекции моих гитар, и это мой один из основных инструментов, это Fender Stratocaster Made in Mexico в цвете Sunburst. Этот Fender 2002 года, я его приобрел также бэушным перед проектом Peach. И вообще первое мое знакомство с Fender Stratocaster, это было еще, наверное, в школе, где-то 2003-2004 год. У меня тогда была Super Strat, и я взял у знакомого поиграть на, так скажем, корпус. Был как у Fender Stratocaster, это была какая-то дешевая, вроде китайская гитара. Но сама, так скажем, вот и фурнитура, и эргономика, и внешний вид, это настолько было удобно, и это мне так настолько легло в руку, что это действительно стало одним из моих основных инструментов, когда я уже в дальнейшем уже приобрел свои первые Squire Stratocaster, затем я уже перешел на Fender Stratocaster, то вот эта эргономика, она действительно мне очень нравится, все очень удобно, и самый главный звук, это вот такой, скажем, мой основной звук для основных, так скажем, каких-то композиций там для игры в группе. Итак, он достаточно такой потрёпанный, я его, по-моему, купил у какого-то панка. Вот, можно уже видеть следы стертого лака на грифе, и корпус тоже уже такой достаточно и поцарапанный, и очень много различных всяких царапин. Но это уже что-то и в мой период это уже происходило, гитара очень как бы боевая. Здесь вообще звукосниматель, у меня пружинки здесь нет, он, вот этот звукосниматель средний отходит, но в принципе ничего не мешает, а тут все отрегулировано, все настроено и все играет. Итак, давайте пройдемся с вами по характеристикам. Это мексиканский Fender Stratocaster, у нас корпус сделан из ольхи, гриф у нас кленовый, без накладки. 21 лад, стандартно 3 звукоснимателя, они родные. Пятипозиционный переключатель. Напомню, раньше в 50-х и, по-моему, еще даже в 60-х годах было 3 позиции, то есть на каждый звукосниматель. Сейчас мы можем уже сделать вторую и четвертую позицию, тем самым у нас играет либо первый и второй датчик, либо второй и третий датчик. И звукосниматели типа сингл и, конечно же, стратовские звукосниматели. У них есть свой шум. От физики мы никуда не уйдем. Это электрогитара. И я, конечно, особо не понимаю, как люди хотят Fender Stratocaster, но потом в итоге меняют звукосниматели из-за того, что они фонят. То есть вся идеология нарушается, и, так скажем, такой категорически нельзя делать с какими-то гитарами уже с историей. Потому что тем самым как-то обесцениваете, и вся идеология, она уходит. То есть, если вы решили играть на страте, то уж извольте принимать ее такой, какая она есть. Не хотите шумы, пожалуйста, покупайте другие гитары с хамбакерами. А здесь, кстати, во втором и четвертом положении, когда у нас работает два звукоснимателя, у нас эти самые шумы пропадают, но они настолько как бы мелкие, это только, наверное, гитаристы, в принципе, их слышат. Но тем не менее. Также мы можем
если открутим пикгард, мы можем сюда установить хамбакеры, там вырезы нам, в принципе, для этого, собственно, нам позволяют это сделать. То есть Fender Stratocaster – это гитара-конструктор. То есть не нравится нам бридж, мы взяли, поставили другой бридж. Не нравится нам звукосниматели, меняем звукосниматель. Но это тоже, конечно, какая-то идеология Fender Stratocaster. Но, конечно, когда все стоковое, оно намного как-то, вот, ну, по мне, оно более приятнее, что ли. И да, сейчас в интернете много шумихи по поводу, влияет ли дерево на звук. Я сам, когда начинал, не понимал вообще, в чем суть. Но когда ты начинаешь играть, вот этот у меня Fender без накладки, например, палисандровый, там у меня еще есть Fender с накладкой, тоже Fender Stratocaster. И знаете, самое главное, что эту разницу чувствую и ощущаю я. Нисколько по звуку, хотя если мы сделаем слепой прослушивание, может быть, из 10 раз, дай бог, я 5 только угадаю, но само ощущение, вот то, что вы играете на грифе без накладки и, в принципе, вот, ну, и как бы внешний вид, да, все равно вы получаете те или иные эмоции от гитары, которые вы в дальнейшем уже воплощаете в своих песнях. Вот, и Fender Stratocaster вот, без накладки, все сделано под лак, он как раз таки и выделяется более, так скажем, верхастым звуком. Ну, конечно, так скажем, слушатель, он не поймет разницы, но я повторяюсь, для гитариста и визуально, и тактильно, и на слух он все это, конечно, определяет, и для него это важно, иметь несколько инструментов под разные типы задач. Традиционно гриф крепится на четырех болтах. Мы можем также, собственно, и поменять гриф, взять и с накладкой, и вообще с какой-нибудь там другой гитарой. В свое время вроде Курт Кобейн вообще использовал гриф от Фернандеса. Так, у нас здесь стандартная регулировка рычага тремоло. Такие три массивные пружины. Ну и, собственно, стандартно мы здесь крепим, отсюда мы начинаем крепить струны, и здесь фиксируется уже у нас бридж. В Fender Stratocaster очень удобно расположены ручки. Некоторые их ругают за то, что во время игры мы можем как-то сдвинуть громкость, либо переключатель, но в этом есть свой и плюс. Например, есть определенные композиции, где нужно быстро прибрать громкость. А когда мы играем с вами на перегрузе, то громкость у нас становится неким регулятором гейна. То есть мы чуть-чуть прибираем с вами гейн, громкость у нас при этом чуть-чуть уменьшается. И когда нам нужно сделать этот перегруз помощнее, пожирнее, там где-нибудь в припеве, мы, собственно, выкручиваем его на максимум. Все расположено очень удобно, и все, ну, буквально под руками. В том числе и рычаг. Мы можем с вами играть и зафиксировать его в районе мизинца, и во время игры мы можем с вами играть рычагом тремоло. Thank you.
Одна громкость, два регулятора тембра. Я уже не помню, как они, собственно, работают. Я ими особо никогда не пользовался. Но вроде как на каждый датчик, а бриджевый датчик у нас без регулятора тембра. Здесь у нас, собственно, колки фирменные фендеровские, закрытого типа. Здесь у нас Fender Stratocaster, Made in Mexico, серийный номер. И по, скажем, визуализации лога Fender мы понимаем, мексиканец это американец или японец, потому что у всех визуализация, так скажем, была своя. То есть вот здесь серым прокрашено Fender, а бывает, что просто черным написано. Здесь мы регулируем анкер. В общем, очень простой, так скажем, и в то же время он как-то и по-своему сложный, своеобразный, но очень классная гитара, то есть боевая машина на самом деле. И мне очень также нравится ее корпус. Мы вот видим, да, что он так немного скошен и очень удобно, собственно, на нем играть. Купил я уже его со стрэп-локами. Ну, собственно, я их сам использую, поэтому почему бы и нет. Ну что, друзья, это был последние обзоры на мои гитары. Возможно, мы круг этот начнем заново. Первые обзоры были, наверное, года 3 назад. Ну, если вам понравился обзор, ставьте лайки. Не понравился, ставьте дизлайки. Пишите комментарии, что вы думаете по поводу стратокастеров, что вы думаете по поводу моего Fender стратокастера. Ну, все, я с вами прощаюсь. Всем пока!